Привет, меня зовут Самар, и вы смотрите канал, посвященный моим путешествиям по миру. Если ты, дорогой друг, смотришь мой канал впервые, то для тебя я объясню, что путешествую я преимущественно автостопом, а мои видео — это такие себе дневники, в которых я снимаю то, что вижу, и говорю то, что думаю. Если же ты на моем канале не в первый раз, то для тебя у меня есть ряд клевых новостей. Новость первая. Я купил нормальную камеру. Нормальную камеру. Это означает, что видео на моем канале теперь будут в нормальном качестве и с хорошим звуком. Новость вторая. Теперь видяшки будут смонтироваться и выкладываться сразу же в ходе поездки, а не спустя полгода-год, как это было раньше. Новость третья. Мы с Фрам скоро едем в большую поездку. Куда я не скажу, но она будет большая и очень интересная. Вот такие вот новости и инновации. В общем, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на блог Фрам, читайте нас в инстаграмах, следите в фейсбуках, а я пошел.